скажи, тяжело ли тебе было выходить и твоей команде на этот матч, который уже по большому счету ничего не решал? Насчет тяжело не знаю, мы просто хотели все выйти, сыграть, потому что без побед играем. В эти годы уже два матча. Группа довольно-таки тяжелая, потому что все команды играют в мини-футбол. Для нас это новый формат, мы старались как-то понять, как играть. Надеюсь, в будущем будет получаться лучше. Как думаешь, в чем были ваши ошибки в этом матче? Почему не смогли больше противопоставить сопернику? Организация, наверное, игры в обороне, потому что пускали часто игроков. Это, наверное, основная из ошибок наших. Ну и вы заканчиваете участие в этом зимнем кубке. Что можете сказать по итогу, как прошел для вас этот зимний кубок? Для нас он прошел, мы, наверное, научились, поняли, как играть именно в мини-футбол, как сыгрались, как мини-футбольная команда. Надеюсь, опять же, на паркете у нас будет получаться что-то получше. Спасибо большое.